Люди-праздник. Те, кому свойственно от всей души и по-настоящему искренне и с любовью делать жизнь горожан ярче и красивее. Ни одно мероприятие в Ленинске-Кузнецком не проходит без работников культуры, ведь они – основа всей творческой части города. Ленинск-Кузнецкий на самом деле уникальный город. Здесь работают, работали и продолжают трудиться самые талантливые, самые вдохновленные люди. Потому что настроение горожан во время праздников создают именно они. Почет и уважение ветеранам культуры. Их опытом питается молодое поколение. Кстати сказать, в учреждениях культуры Ленинска-Кузнецкого трудится немало молодых специалистов. Сегодняшние наши молодые силы, молодая кровь, молодая гвардия, сильная, смелая, отважная, они с полной уверенностью делают наши мероприятия яркими и незабываемыми. Я думаю, горожане оценивают это по достоинству. Профессия работника культуры – это не просто творчество. Это еще и способность учиться всю жизнь, развиваться и смотреть только вперед. В культуре Ленинска-Кузнецкого трудится более 300 человек. Вы ведете огромную работу, вовлекаете в сферу культуры все 100 тысяч населения нашего города. Добротой, традицией, искренним вдохновением открываете для нас особый, неповторимый и волшебный мир искусства. Пусть весь год станет для вас победным, результативным, наполненным творчеством и успехом. На торжественном мероприятии работники культуры были отмечены почетными грамотами, благодарственными письмами Кемеровской области и Ленинск-Кузнецкого городского округа. Немаловажное значение такого теплого праздника – это встреча со своими коллегами, теплые улыбки, поздравления и приглашения друг друга на концерты и творческие вечера. Ша поет, столько много увидела знакомых. Это и коллеги, и просто поклонники нашего действия. Мы планируем 21-го такой творческий вечер сделать, что вот поскольку я в работе, так сказать, одна театралка осталась, да, из народного вот нашего театра «Современник». Поэтому все ждут. Еще одним ярким подарком для всех работников культуры стало выступление российского поэта-песенника, заслуженного артиста России Симона Асиашвили. Праздник получился. Отдыхая сегодня от трудовых дней, вместе с певцом российской эстрады виновники торжества пели известные и всеми любимые песни. Анна Шуркова, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.